Хотелось бы вас оповестить, что моя анонсированная история в связи с некоторыми проблемами не выйдет в запланированные сроки. Примерная дата выхода – это август. Всем спасибо за понимание и всем приятного просмотра. Оглторп Крейтер был уродливым, маленьким, жалким ребенком. Он любил до безумия мучить собак, кошек, выдергивать крылья у мух и наблюдать, как извиваются в его руках черви, когда он разрывал их на части. Это перестало быть забавным, когда он узнал, что черви не чувствуют боли. Но мать его по глупости закрывала глаза на его недостатки и садистские наклонности. Однажды повариха открыла дверь почти в истерике, когда Оглторп с матерью пришли домой из кино. «Этот ужасный маленький мальчик натянул веревку поперек лестницы в подвал, и когда я спускалась туда за картошкой, я упала и чуть не убилась насмерть!» – закричала она. «Не верь ей! Не верь ей! Она ненавидит меня!» – завопил бедный маленький Оглторп со слезами на глазах и начал рыдать, будто его сердце было готово разорваться. Мать уволила повариху, и Оглторп, дорогой маленький Оглторп, отправился в свою комнату втыкать иголки в своего пса Споти. Когда мама спросила, из-за чего кричит Споти, Оглторп ответил, что ему в лапу попали осколки стекла. Он сказал, что вытаскивает их. Мама подумала, что маленький Оглторп – воплощение ангельской доброты. Однажды Оглторп был в поле в поисках очередных жертв для пыток. Он обнаружил глубокий темный колодец. Он крикнул вниз в надежде услышать эхо. «Привет!» – ему ответил мягкий голос. «Привет, Оглторп!» Оглторп посмотрел вниз, но ничего не увидел. «Ты кто?» – спросил Оглторп. «Спускайся!» – сказал голос. «Мы здорово повеселимся!» И Оглторп спустился вниз. Прошел день, а Оглторп не возвращался. Мама позвонила в полицию. Были организованы поиски. Больше месяца они искали маленького Оглторпа. Они нашли его, когда уже почти сдались. В колодце, мертвого, как дверной гвоздь. Но как он умер? Его руки были выдернуты, как крылья у мух. Иголки торчали из его глаз. Было еще много ужасного, о чем лучше не говорить. Когда они накрыли его тело, вернее то, что от него осталось, и уносили его прочь, им показалось, что они слышали смех, доносящийся со дна колодца. Ha 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 ha!